Он вырезал мой домик, префикс грифер, он даже это не скрывает. Да блять, вы выручили, нет! Да блять, что за хуйня? Меня в тюрьму посади, сука! Он не будет делать, нахуй! Что за хуйня, блять? А че кто-то? Они стали, кто-то стучит в дверь! Старший лейтенант полиции. Что вам меня хочет? Александр Андреевич, у вас поступила жалоба. Вы материтесь, не даете соседям спать, кричите по ночам. Штраф кто будет платить? Будем изымать у вас компьютер. Зачем не забирать? Не надо не забирать. Надо забирать, все. Да вы не забирайте компьютер. Забираем. Это не надо, нет! Не надо слух удирать. Да не надо, нет, не удирайте. Хочешь, как я, снимать антигрифи-шоу? Тогда стань владельцем сервера, который только на этой неделе действует скидка 95%. И снимай кучу роликов, развлекай народ. IP и описание ролика, всех жду, я стою на спам, если что, может перепасть бесплатная админка. IP и описание ролика, заходи. Не успел зайти на сервер, уже вот другой чувак ломает мой домик. Его ник Витя2309, у него даже определенный префикс грифер, он даже это не скрывает. И он ломает мой дом просто, потому что он владелец сервера. Кстати, этот дом мне строили игроки, которые приобрели владелец сервера, поставили себе префикс помощник сервера и строили домик для гриферов. Они прям пишут, вот тебе на, Седжу, дом для гриферов, используй. Я прилетаю, смотрю, мне он нравится. Я его выбрал именно для выпуска, поэтому это игроки строили, спасибо им еще раз хочу сказать отдельно. А я типа обычный игрок, Дамби-22, незаметный, не Сержа, ничего. И вот он ломает мой дом уже, вот он же достаточно много поломал его. Если видеть, да, дом был хороший, большой. Он вырезал мой домик, он полдома моего вырезал вообще прям топориком, этот чертов владелец сервера. Он прям полдома вырезал сейчас, что он будет делать? А он ничего он в чате нам не писал, Витя2309. Что он задумал? Он вырезал нам прям... ух ты, он молнии бьет, он нас молнии бьет. Еще один удар, я ведь сдохну. Еще один удар, и я сдохну. Он прям молнии, смотрите, что он творит. О, он меня кикнул, Написано, урод, причина урод. Ну ничего, мы перезаходим, ничего страшного, мы сейчас перезайдем. Логин вы не должны будете. Давайте мы напишем, типа, что ты творишь? Что ты творишь? У меня уже полжизни, давайте что-нибудь съедим, иначе я сдохну. Морковку можно съесть. А, он в чате пишет, пизда тебе. Так, ну, опа, все, он меня забанил. Он меня забанил, написал причину, чурка ебаная. Но настало время нам заходить с вами от Седжо, связываться с ним и наказывать его, этого грифера. Секундочку, нужно поменять логи. Вот, собственно, я зашел за ник Седжо. Вот, собственно, персоны. Если я не помню, ник был, видите, какой. Вот он, пожалуйста. Давайте здесь включим звуки, как он ломает наш дом. Мне в чате людей очень много пишут. Дам донат, дай донат. Я их, кстати, и даю донат, мне не жалко. Витя2309. Давайте, может, он меня не знает. Здорово. Го, вместе ломай дома. Давайте, в чат, надо было ему... Мне, конечно, игроки не дадут этого сделать. Нормально что-то с ним пообщаться. Нет, надо ему в личку писать. В личку писать. Или как-то М. Давайте, М, Витя. Куда-то он делся у нас. Куда у нас игрок делся? Он у нас куда-то пропал. Куда-то он пропал. Стойте, надо его найти, он куда-то пропал. Витя зашел на сервер, вот мы его находим. Он опять заходит и начинает ломать мой дом. Поэтому продолжаем ему писать. Продолжаем ему строчить. Был вместе ломать дома. Люди, обычные игроки, просто всю личку мне забили тем, что они хотят админку получить. А еще что, поэтому... Он мне ответил, нахер я сам могу. Ну ничего, мы ему опять сейчас напишем. Три свой скай. А дом был хороший. Дима злоба. Звоним Диме злобе. Звоним. Ну чё ж ты трубку не берешь сам же? Алло, блядь! Алло, здорово. Здорово, долбоёб! Пизда тебе нахуй! Ты видел, как я дом разлепал этого хуесоса? Какого? Я не видел, что это за дом. Да так это долбоёб был, блядь, я ему дом разъебал, блядь, сетнул его нахуй и забанил. К пиздам собачьим. Прям сетнул, прям весь дом сетнул. И не весь дом, ну вот сетнул, вот. Вот эту территорию, видишь, вот это все. А чё не весь-то? Жалко, что ли? Пожалел всё-таки? Да, блядь, а то он пидор ёбаный. А за что ты? Чё он? Чё-то сделал или чё он? Да он пидорас, он меня назвал пидорасом, я его нахуй забанил. Ты уверен, что он тебя прям назвал так? Нет, блядь, я его просто наебал, блядь, он долбоёб, заебал, блядь, ко мне телепортироваться. Слушай, а у тебя вот префикс грифер, ты то есть грифер прям или чё? Да, блядь, я грифер, и хуя, хули тебе надо, мразь ебаная? Ничего, я наоборот тебя добавил, чтобы вместе дома гриферить. Ну давай,
блядь, периферить, уёбище ебаное. Давай, стой, иди сюда, встань передо мной, сейчас объясню, что надо делать так, чтобы быстрее с тобой все делать. Встань, только ничего не делай. Сейчас, секунду. Досчитай до 5, тут сейчас будет прям все. Раз. Стой, какой у тебя ник? Мне Витя 2309. 309, считай до 3, раз. Раз, два, три. Все, досчитал, все хорошо. И чё, блядь? Ну все. Чё, все, блядь? Ты чё, Мор, ты обрел новую силу? В смысле, блядь? Ну тогда знаешь что, давай, знаешь что сделаем с тобой? Полетим куда-то, полетели. Ща, блядь, гэмку врублю, мне как-то... Да блядь, мне выключили гэмку! Кто да сука, заебали! Кто тебе чё выключил? Ты чё... знаю, как-то... Блядь! А ты не можешь... А почему сейчас префикс ютубер, блядь? Ебать! Ну полетели, чё ты лететь не можешь? Да я могу, блядь, это, наверное, ты забрал мне, пидорас! Нихуя не знаю, блядь, чё делать, блядь, админку, блядь, зря купил! Стой, я знаю, что нужно сделать. Сейчас тебе вернут донат. А ты ее прям покупал, значит, получается? Да, блядь, я купил его! Сейчас, секунду, я знаю, что надо делать. Сейчас тебе вернут донат. Смотри. Давай нахуй, пиши кому-нибудь. Какой твой ник? Я расскажу всем. Витя 2309. Витя 2309. Сейчас. Давай, блядь, быстрее нахуй. Все, я уже пишу в поддержку. Да, блядь! Что за хуйня? Меня в тюрьму посадили, сука! Тебя в тюрьму посадили, смотри. Блядь! Я ничего не делал абсолютно. Блядь, все ебаны! Сейчас, подожди. Сейчас я пишу. Да блядь, меня в тюрьму посадили, уебки! Быстрее пишу, блядь! Вот я пишу. Вон, в чат даже. Блядь, я в тюрьме! Заебали, я не грифер! Смотри, в чате пишут, типа, грифер в тюрьме. Вот, это сейчас тебя разбанит, значит. А хуй ты возле меня стоишь, блядь? Я? Да ты меня посадил, уебан! Сукин сын, блядь! Я-то при чем здесь? А кто, блядь, еще при чем мог? У меня префикс вообще ничего не значит. Тут таких префиксов много. Что мне теперь делать, нахуй? Я не знаю, у тебя... А ты не можешь выбраться, что ли? Вообще! Ты не можешь из тюрьмы выбраться? Нет! Почему? Потому что, блядь, у меня донат идет! Так не знаю, ну напиши в поддержку там, можете отдать. Чё, блядь, секунд, жди, блядь. Ну пиши в поддержку, я не знаю, что делать. Напиши всем игрокам, что они плохие тут, я не знаю. Ну, блядь, чё, блядь. Пидор, напиши, нахуй. Раз. Слушай, ну, смотри, вон в чате пишет, грифер Витя на спавне в тюрьме, смотри. Блядь, я не могу нахуй написать, блядь. Почему не можешь писать? А, блядь, полагаешь. А, ты написал АУЕ. Да, блядь, блядь, арам! Слава арам, блядь, смерть мусорам! Блядь! Слушай, тебя забанили вообще. Нахуй, забанили, попроси кого-нибудь, блядь, заебали, уйду! Тебя забанили, плеер банд, видишь, мистер Кови тебя забанил, тебя владельцы сервера забанили. Кови, какой мистер Кови, долбоёб, блядь, нету мистер Кови. Мистер Кови тебя забанил, потому что он был владелец сервера. Он купил тоже прилегу и тебя забанил. Что за хуйня, блядь? Звонит, блядь! Кто звонит тебе? Не знаю! Стучит кто-то! Чё такое-то там у тебя? Да не знаю, кто-то стучит в дверь! Ну иди проверь! Чё, открою, подожди! Здравствуйте! Старший лейтенант полиции! Что вы от меня хотите? Александр Андреевич, на вас поступила жалоба. Какая жалоба? Что вы материтесь, не даете соседям спать. Кричите по ночам. Да нет, это не я. На вас заявление поступило. И что делать? Вам родителей не жалко? Да это не я. Штраф кто будет платить? Да ну не надо. Мы будем изымать у вас компьютер. Зачем мне забирать? Не надо забирать блок! Надо забирать, все. Родители сказали забрать у вас компьютер. Да вы не забирайте компьютер! Забираем. Да ну нет, я не дам вам! Я не дам компьютер! Да ну не надо, нет! Не забирайте! Да ну нет!
Алло. Алло. Все, все, и потерялся игрок. Видимо, у него забрали компьютер. Вообще хорошие соседи попадаются, когда вот так вот звонят и компьютер забирается. Побольше бы таких. Я на самом деле на стороне полицейских в данной ситуации, потому что чем больше компьютеров у гриферов будет изъято, тем лучше будет соседям жить и спать, и вообще все что угодно делать. Поэтому, дорогие друзья, классный был ролик. Ставьте лайки, заходите на сервер, всех ждет бесплатная админка. Ну, не может не всех, но кому повезет, то тому она придет. Но вы, главное, заходите, IP в описании ролика. Всем пока!